Здравствуйте! В эфире программа «День города» в студии Мария Рудая. Коротко о главных темах выпуска. О проблеме знали, проблему получили, рязанские пробки становятся московскими. Крик о помощи. Родители детей-инвалидов обратились за помощью к президенту. Стало ли в городе чище? В Рязани прошел эко-субботник. Что пробка на мосту будет, знали. Об автолюбителях не позаботились. В транспортный коллапс попали сегодня рязанцы, которым пришлось добираться на работу в город, минуя Солочинский мост. Его частично перекрыли, чтобы провести планы в ремонт опор. После гневных сообщений рязанцев и активного обсуждения проблемы в соцсетях на место приехали представители Минтранса, ГИБДД и подрядчика. Они придумали, как проблему решить. Но помогут ли эти меры, неизвестно. Подробнее расскажет Дина Исляева. Утром пробка была 3 километра, днем 1,5. Рязанцам, которые сегодня поехали на работу, пришлось потратить на путь порядка часа. Даже тем, кто знал, что сегодня перекрывают на ремонт мост и выехал пораньше, планирование времени не помогло. Пробка в сторону города такой протяженности, что не видно, где кончается вереница автомобилей. Скорость на этом участке не больше 40 км в час. И хотя на улице не жарко, водители в буквальном смысле закипают. Те, кому нужно было сначала на работу, а потом по делам, уже успели опоздать везде. Едем час, маленький ребенок, реально вырвало. Неужели вот инспектора не могут сделать, встать и просто регулировать движение? Час уже едем. Ровно час вот едем от Ворских. Сидим мопед. Куда-нибудь опоздали? Уже опоздали. Смотрите, сейчас видите, уже мопед. Мопед выбираем себе. Я по работе езжу уже 1,5 часа. Полтора часа еду. Пока водители стоят в пробке, на перекрытом участке дороги идет совещание. Министр транспорта Андрей Савичев, представители ГИБДД и подрядчика решают. Здесь нужно установить мобильные светофоры. За состоянием на дороге следить через камеры, чтобы быстро принимать меры в случае ДТП. Но почему это не было сделано в первый день ремонта, ответить никто не может. Те неудобства, которые на сегодняшний день испытывают автолюбители, мы ситуацией прекрасно владеем, все понимаем, поэтому сейчас принимаются экстренные меры по организации здесь светофорного движения. Мы планировали его вести, но первый день, как только мы перекрываем движение, ну на самом деле вот этот небольшой хаос, который сейчас происходит, он был нами прогнозируем. Мы понимали, что будет по первое время очень сложно. Этот ремонт мосту необходим, рассказывает руководитель подрядной организации Антон Кузнецов. На протяжении моста 10 деформационных швов. Срок эксплуатации заканчивается. Их нужно ремонтировать или полностью менять, пока не начали вылетать болты, которые могут повредить едущие машины. Провести работы, не перекрывая мост, нельзя. Просто комплекс работ, он очень обширный и он технически сложный. Его невозможно выполнить там за 4 часа, за 8 часов. То есть на один шов нужно не меньше месяца. Есть такое понятие, как технологические перерывы. Да, это и монтаж шва, и укладка бетона. Их необходимо выдерживать для того, чтобы шов служил правильно. Ближе к обеду пробка на Солочинском мосту рассосалась, не дождавшись установки светофоров. Однако это не значит, что в часы пик двигаться по нему можно будет без затруднений. Водителям придется запастись терпением и выезжать на час-полтора раньше, чтобы добраться в город. В таком режиме мост будет работать до осени. Ремонт завершат к концу октября. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Крик о помощи. Рязанские родители детей-инвалидов записали видеообращение к Владимиру Путину и отправили на прямую линию. В нем говорится о том, что региону необходим реабилитационный центр для особенных детей. На следующий день в интернет-медиа появилась информация о том, что региональные власти отреагировали на обращение и обещали создать такой центр в здании бывшего санатория «Сосновый Бор». Мы встретились с представителями инициативной группы и попытались разобраться в ситуации. Уважаемый Владимир Владимирович, мы, родители детей-инвалидов Рязанской области, обращаемся к вам за помощью. Нашему городу очень нужен медицинский реабилитационный центр. Наталья Киреева, мама ребенка-инвалида, не понаслышке знает, как тяжело бывает пережить равнодушие. Она признается, за последние годы были и предательства, и косые взгляды на ребенка, и борьба за его нормальную жизнь. Прежде чем обратиться к президенту, Наталья с другими родителями пыталась достучаться до профильных министерств. Потом был опыт общения с представителями регионального правительства. Уже здесь пошли навстречу. Сказали, что ситуация на контроле, даже удалось решить некоторые проблемы. По словам Натальи, наметился конструктивный диалог. Но в вопросе строительства реабилитационного центра продвижений не было. О том, что региональные власти ответили на обращение родителей детей-инвалидов, Наталья и другие представители инициативной группы узнали лишь из интернет-медиа. В одном из них было написано, цитата, «Функции реабилитационного центра для рязанских детей-инвалидов, о котором их родители просили президента, выполнится на
через Сосновый Бор. Об этом сообщило областное правительство 8 июня. По его информации, на базе спасенного от банкротства учреждения создадут 400-местный санаторно-оздоровительный центр, который будет оказывать реабилитационные услуги гражданам в трудной ситуации. В частности, там выделят 50 мест для комплексной реабилитации детей-инвалидов и еще столько же для обучения молодых инвалидов с тяжелыми заболеваниями навыкам самостоятельного проживания. Для детей-инвалидов предусмотрены учебный процесс и совместное проживание с родителями. Центр будут вводить в строй поэтапно. На полную мощность он заработает в 2021 году. Ориентировочный бюджет на его создание – 720 миллионов рублей. Конец цитаты. Лично же с родителями никто не связывался. Дан ответ – это когда есть бумага официальная с печатями, с подписями, на которой изложен по пунктам ответ по каждому вопросу. Я считаю, ответ – это вот так вот должен выглядеть. Но если ответ – это где-то там он витает в воздухе, я считаю, это не ответ. То есть мы сейчас ждем официального, документально подтвержденного ответа, что да, уважаемые родители детей-инвалидов, в нашем регионе в ближайшее время будет построен или отремонтировано старое здание, или построен новый реабилитационный центр для инвалидов. По некоторым данным, в регионе проживает более 3500 детей-инвалидов. В области, конечно, работают 3 реабилитационных отделения, но количество детей, которых могут там принять, слишком мало. Родителям приходится возить своих детей в другие регионы, в Москву, в Санкт-Петербург, чтобы их как-то там лечить и восстанавливать, но это очень дорого, это очень накладно, а самое главное, что для лежачих, допустим, детей-инвалидов, колясочников или вообще лежачих, да, это очень серьезная травма, потому что транспортировать такого ребенка – это для него огромный стресс и для него, и для родителей, и огромные деньги, которых у них просто нет. Людмила Ягжина сталкивается с подобной проблемой постоянно. У ее сына, 12-летнего Антона, редкое генетическое заболевание – мышечная дистрофия Дюшена. До 5 лет мальчик развивался нормально, но мама стала замечать изменения в движениях ребенка. Диагноз поставили не сразу. В стране всего 2 специалиста, которые занимаются лечением этой болезни. Приостановить как бы болезнь, чтобы они образовывались, допустим, контрактур болезненный сустав, не выворачивала кости, поддерживать мышцы. В России дети доживают до 20 лет. А, допустим, в Европе 40, и женятся, и работают благополучно. И все это благодаря вот реабилитации. Людмила воспитывает сына одна. По профессии она педагог, но работу пришлось бросить, чтобы ухаживать за Антоном. Она научилась шить для того, чтобы хоть как-то выживать. Вот эти лекарства мы принимаем ежедневно. Здесь около 10 наименований. Помимо основного заболевания, у нас еще есть и сопутствующие заболевания. Поэтому все препараты необходимо принимать каждый день. Они улучшают работу сердца, помогают работе мышц, энергию выдают. В общем, без них мы никак. Антон, конечно, не знает всей правды о своей болезни. Он, как и все в его возрасте, любит пошалить, поиграть и встречаться с друзьями. Я люблю гулять, но я редко хожу гулять, потому что маме трудно спускать меня. Также я люблю играть в компьютер. Любимое занятие Антона – прогулки на улице. И здесь тоже свои проблемы. Для того, чтобы мальчик смог гулять, Людмила взяла ипотеку и переехала на первый этаж. Но 5 ступенек стали непреодолимым препятствием на пути к такой неприхотливой мечте ребенка. На этот раз наш оператор Олег помог Людмиле спустить коляску на улице. Но часто бывает так, что они выходят в подъезд, постоят у лестницы и уходят домой. А самое главное, что Антону жизненно необходимо посещать несколько раз в неделю бассейн. И тут та же проблема. Людмила не раз обращалась, чтобы сделать пандусы. Но ВОЗ и ныне там. Сначала пришла бумага с ответом, где сказано, что пандусы делать нельзя из-за противопожарной безопасности. Потом еще целая кипа бумаг с печатями и подписями. Но толку ни от одной из них нет. Сейчас Людмила пытается получить разрешение на то, чтобы сделать прямой выход из квартиры на улицу. Но пока ей не дают разрешения. Родители не отчаиваются и надеются на лучшее. Мы не унываем, потому что уныние – самый страшный грех. И самое страшное – это то, что, может быть, это отчаяние. Никогда не нужно отчаиваться. И вот я всем хочу сказать – никогда не отчаивайтесь. Даже в самые страшные минуты – это все пройдет. Самое главное счастье – это дети. И даже если ребенок не похож на других, ну и что? Ну, надо его любить таким, какой он есть. Мария Рудаем, Олег Парамзин, телекомпания «Город». 14 июня начнется первый матч в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года. В первой игре сборная России сразится со сборной Саудовской Аравии. Чтобы не запутаться во всех матчах чемпионата мира, рязанец разработал удобную брошюру. С ней знакомился Валерий Седов.
Эта маленькая брошюрка – настоящий помощник каждого болельщика. На развороте – турнирная сетка чемпионата мира по футболу. С другой стороны – расписание матчей. Для болельщиков футбола это очень хорошее пособие, чтобы наблюдать за ходом чемпионата и легко определить, значит, шансы каждой команды. Атарий Хубути рассказал, что создавал брошюру, ориентируясь на вкусы болельщиков. Здесь вся необходимая информация, которая может понадобиться. Атарий Хубути, рязанец, признался, что болеет футболом с детства. В ранние годы за сборную СССР, а сейчас за Россию. И хоть команда показывает не лучшие результаты, мужчина продолжает переживать за каждый матч. Я почему-то думаю, что что из группы уж точно выйдут, а там, конечно, будет очень такая борьба. Естественно, это чемпионат мира. Естественно, каждая команда будет стараться. Я думаю, что порадует. Идея такой брошюры появилась еще в прошлый чемпионат мира. Однако с реализацией возникли сложности. Теперь буклет можно найти в любом городе России. На ней красуются официальные логотипы чемпионата, включая всем полюбившегося волка-забиваку. В скором времени в пустой брошюре появятся заметки, сделанные ручкой и карандашом. Может быть, кто-то оставит турнирную сетку себе на долгую память, так и не тронутой. А другие же будут писать в ней ручкой результаты после каждого матча. За простыми цифрами и линиями смогут скрыться целые истории, а также переживания, радости побед и горечи поражений. И кто знает, сборная какой страны будет вписано в графу под номером 64, заветным словом «финал». Пока остается только надеяться, что команда, за которую болеет каждый, покажет хорошие результаты и порадует болельщиков. Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Акция «День чистого города» – традиционная экологическая инициатива Рязанской нефтеперерабатывающей компании. Впервые нефтяники провели подобное мероприятие в 2012 году. 6 лет назад большая уборка развернулась в 8 районах города. Затем усилия РНПК были направлены на благоустройство Новопавловского парка на улице Шевченко. Теперь под прицелом нефтяников – лесопарк. «День чистого города» – именно так называется экологическая акция, которая прошла в субботу, 9 июня. В рамках мероприятия работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании провели большую уборку в лесопарке. Почти 300 человек обрезали кустарники, вырубали поросли деревьев, а также косили траву и вывозили сухостой и сруб. Сегодня мы решили к Дню России приурочить наш гало-экологический субботник в нашем лесопарке. Одна из красивейших зон нашего города. И поэтому тем самым мы хотим выразить любовь к нашему городу и к России в целом. Территория лесопарка была выбрана не случайно. Ежедневно здесь гуляют сотни людей, женщины с колясками и пожилые пары. Еще этот парк называют легкими города. За несколько часов работы силами предприятия наведена чистота на территории, сравнимой с размером футбольного поля. Большое количество горожан здесь вечером проводят свои вечерние часы после работы, катаясь на велосипеде, катаясь на роликах, бегая. То, что мы сейчас делаем, мы приводим свой город в порядок, и мы этим здесь живем, и будем этим пользоваться с большим удовольствием. Это не единственная экологическая инициатива РНПК. Пока. Работники завода регулярно принимают участие в общегородских субботниках. В текущем году нефтяники также провели серию экологических уроков для учащихся школ города с выездом в Окский заповедник. А воспитанники детского экологического клуба «Хозяин Мещеры» регулярно совершают экологические и исследовательские экспедиции при поддержке предприятия. В 2018 году День чистого города нефтяники приурочили ко Дню России. К празднику Рязанская нефтеперерабатывающая компания организовала концерт группы Five Star Family на площади Ленина, где, кстати, и подвела итоги экологической акции. По словам генерального директора Владимира Абрамова, дата выбрана не случайно. Ведь это лучшее время, чтобы выразить свою любовь к родине. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Лето все-таки будет. Об этом сообщили рязанские синоптики. По данным Рязанского гидрометцентра, уже в ближайшие выходные температура воздуха повысится до 26 градусов. А к середине следующей недели настанет настоящая жара. Ожидается плюс 28, плюс 30 градусов. В капризах изменчивой природы разбиралась Дина Исляева. На любимом месте отдыха рязанцев – Ореховом озере – постоянные посетители – рыбаки и утки. Несмотря на то, что лето идет уже 2 недели, пляжный сезон так и не открыли. Причина – холодная погода. Потепление ждут и в детском эколого-биологическом центре. Если год назад здесь собирали урожай клубники, то сейчас все ягоды на грядках зеленые. Если бы холода не было, вот сейчас такой клубники было бы значительно больше. Хотя она у нас сохранилась, в городе на 2-3-4 градуса теплее, и урожайность могла быть более высокой.
Не только клубника, запаздывает малина и другие фрукты. Редкие красные ягоды обрывают приходящие в летний лагерь школьники. А инструктор по работе в саду Олег Садовников рассказывает, такие холода выдерживают только деревья и кустарники, которые предназначены для нашей полосы. Например, некоторые яблони в этом году дадут неплохой урожай. Однако в скором времени вернется летняя погода. Рязанские синоптики заверяют, тепло будет уже с начала следующей недели. 17 июня ночью 5-10 градусов, днем 22-27. Новая неделя начнется с жаркой погоды. Все так же в области повышенного атмосферного давления существенных осадков не ожидается. А температура воздуха составит ночью плюс 10, плюс 15 градусов. Днем воздух будет прогреваться до 24-29 градусов. Единственное, в чем у рязанских синоптиков уверенности нет, что тепло вернется надолго. Денис Лява, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Ароматные специи, рыба, выловленная в глубинах наших морей, колбаса, сыры и много чего другого можно найти на выставке от Абхазии до Камчатки. Она работает как для гурманов, так и для любителей натуральной продукции в торговом центре «Премьер». Фермерские продукты в центре Рязани. Такую возможность предоставили организаторы выставки от Абхазии до Камчатки. Здесь вы найдете только натуральные продукты, огромный выбор приправ и специй. Более 30 наименований. Красная жгучая аджика, аджика с грецким орехом, пряные и острые специи превратят обычное блюдо в кулинарный шедевр. У нас есть соль абхазская, сванская. Ее можно добавлять во все блюда. Ее и дозировка точно такая же, как и у обычной белой соли. Также есть гранатовая. Ее можно применять, меняют к мясу. Гранат за счет своей кислинки размягчает мясо, делает его более сочным и нежным. С момента открытия выставки у прилавка с рыбой было не пробиться. Очередь выстроилась до самого входа. Прежде чем купить продукт, вежливые продавцы дают его попробовать. Все продукты отличаются высочайшим качеством. Основная масса продукции – это Краснодарский край, это краснодарский чай, абхазская аджика, сыры краснодарского производства, сыры из Адыгеи, мягкие сыры. Вот. Ну, а если сказать, что уникальность – это в том, что все то, что сейчас лежит в Рязани на полках, буквально несколько дней назад еще томилось в печах Краснодарского края. Также здесь можно приобрести вяленое мясо, сырокопченые колбасы, суджу и другие деликатесы. При производстве не используются усилители вкуса и добавки. Все только из мяса. Отдельное место занимают сыры. Представлены адыгейские сыры, сыры из Армении. Все очень вкусное, все натуральное. Шикарнейшие сыры. Стоит попробовать, я вам советую. Это все идет домашнее, без всякой химии. Делается из настоящего козьего, овечьего и коровьего молока. Жители Рязани уже успели попробовать и оценить уникальную продукцию. Морепродукты очень хорошие. Икра хорошая, красная. Вот. И оленина. Тоже мне понравилось. Для рыбы перец горошком купила. Вот для мяса там еще купила. Рыбу купила, икру купила больному человечку. Очень довольна. Икру, сельди, семгу, сельдь. Мед, сладости, варенье из лепестков роз, еловых шишек и еще множество вкусных и полезных продуктов вы найдете на выставке от Абхазии до Камчатки. Она будет работать до 16 июня. Вас ждут ежедневно в торговом центре «Премьер» на третьем этаже. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в социальных сетях. А я на этом с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит, она устала. В пробках 2 часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. В 15 минутах езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из 4 прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте караси62.ру.
Природа ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 52 53 54.